Итак, мы снимаем борщ с двух камер сразу. Вот, мы снимаем борщ. Все бы ничего, казалось бы. Вы меня спросите, ты мудак? Зачем ты снимаешь борщ с двух камер сразу? Вот, на что я отвечу. В Xiaomi моей нету фонарика. А зачем мне фонарик? Не очень хорошо видно, конечно, но если приглядеться... О да, дед! Да! Какой-то графениум! Попробуем вот так вот снять. О да, детка! Я могу этим управлять. Так, сейчас я попытаюсь активировать. Так. Эй! О, какой яркий! Графен. В общем, всем графеню. Он еще и анимированный такой. Крусяушный. Вот. Я даже не знаю, что с этим делать теперь. О, да. Проекционное оборудование. Да. Элитное проекционное оборудование при помощи борща. Борщ — лучший видеопроектор.